Сегодня сотрудники Департамента недропользования и природных ресурсов Югры совместно с представителями окружного управления МЧС с воздуха осмотрели два крупных пожара в Октябрьском и Березовском районах общей площадью около 6 тысяч гектаров. Мониторинг организовали, чтобы выяснить, достаточно ли мер, которые сейчас принимаются, чтобы справиться со стихией. Возгорание в Октябрьском районе локализовано, пожар в Березовском районе будет локализован в скором времени. Оба возгорания, которые были осмотрены, они крупные, и большая площадь, пройденная огнем, именно пройдена верховыми пожарами, которые наиболее опасны и распространяются с большей скоростью. Те кромки, которые сейчас остались, это кромки сложные, зеленомощные, толстая подстилка до метра глубиной. Сейчас группы их дорабатывают, и в ближайшее время будет возгорание ликвидировано.